В соседней с нами республике Марий вторые сутки бушует лесной пожар. Справиться с огнем полностью у спасателей пока не получается. Ситуацию осложняют аномальная жара и сильный порывистый ветер, который постоянно меняет свое направление, уточняют в МЧС Марий. Минувшей ночью огонь добрался до деревни Студенка. В спешном порядке оттуда эвакуировали местных жителей. Из-за угрозы пожара людей вывезли из близлежащих санаториев и еще одного поселка. В общей сложности больше 600 человек. Госавтоинспекторы перекрыли движение на федеральной трассе Вятка от Кокшайского кольца до въезда в Йошкар-Олу. Что касается нашей республики, на данный момент угрозы для населенных пунктов региона лесной пожар в Марий не представляет, говорят в МЧС. Но тут же оговариваются, ситуация весьма хрупкая. Здесь все зависит от того, не поменяет ли направление ветер. В связи с этим и установившейся жарой сегодняшнего дня в Чувашии людям запретили ходить и ездить на машинах у леса. На въездах в лесные массивы уже выставили дополнительные посты ДПС. Также территории обходят специальные патрульные группы. Отмечу, что синоптики обещают, что жара в регионе спадет не раньше 23 августа. По данным Чувашского гидрометцентра, в регионе побит температурный рекорд. Так жарко в этот день еще не было никогда. Сегодня в полдень воздух прогрелся до 35 градусов. До 34,5 градусов столб гидротермометра в последний раз поднимался 20 августа 1972 года.